Наша тогдашняя жизнь, возможно, покажется вам бедной. Улицы тогдашнего нашего Унчанска в большинстве кривые деревянные продувались ледяными ветрами. А, это вы, Иван Михайлович? Этой зимой Лапшин ловил знаменитую Соловьевскую банду, убийцу бессмысленных и беспощадных, как говорит их отец. Смотри, видишь, у меня глаза голубые. Голубые? У тебя тоже голубые. В общем, белесые. А у татарина черные? Не скажу. Какие? Какие глаза у татарина? Татарские. У татарина татарские. Белье дай какое-нибудь! Ну, взяли! Тише, тише! Это мое объяснение. Мое объяснение в любви к людям, рядом с которыми прошло мое детство. Полвека тому назад.